С некоторых пор Тайра Бэнкс не только успешная телеведущая и супермодель. Ранее она уже пробовала себя в образе певицы, писательницы и бизнес-леди. К этому немалому списку американская красавица хочет добавить еще один пункт. 38-летняя ведущая шоу «Топ-модель» по-американски собирается снимать комедийный сериал, основанный на ее собственных подростковых годах. Бэнкс утверждает, что, как и многие признанные красотки, в детстве она была настоящим гадким утенком, а одноклассники за слишком высокий лоб наградили ее прозвищем «Пятиголовая». Именно так, кстати, модель и собирается назвать свое творение. Тайра сообщила, что выступит в качестве продюсера и будет участвовать в создании картины.